Самаре общественники последовали примеру знаменитого Тома Сойера и призвали горожан красить. Только не забор, а стены. Три дома по Льва Толстого построили 1,5 века назад. За эти годы их ни разу не ремонтировали. Мы намеренно взяли эти дома, которые по документам на самом деле вот скоро подлежат сносу, для того, чтобы пытаться сохранить вот этот уголок старой Самары, причем сохранить ее действительно в историческом центре города, напротив филармонии. Проект «Том Сойер Фест» объединил журналистов, волонтеров и бизнесменов. Городская администрация поддержала энтузиастов и выделила грант. Собралась сумма и на покраску фасада, и на резные деревянные наличники. Точную историческую копию. В ходе реставрации обнаружили уникальный кирпич 19 века. Он был скрыт под толстым слоем краски. Краску сняли, а кирпич покрыли специальным лаком, который не только придает эстетический вид стене, но и сохраняет кирпич. Частички лака как бы проникают внутрь кирпича и цементируют его. Том Сойер Фест – один из 15 проектов-победителей городского конкурса идей прошлого года. Все авторы получили гранты городской администрации в размере 250 тысяч рублей. А 1 сентября в Самаре стартует новый конкурс идей 2015. Это конкурс посвящен развитию самого города, развитию социалки, развитию взаимоотношений, развитию инфраструктуры, развитию территории, развитию дома нашего, в котором мы все живем. В конкурсе этого года представлены новые номинации «Чистый город», «Самара детям» и «Многонациональная Самара». С идеями самарцев ждут в городском департаменте административной реформы. Марина Матвеевна, Сергей Баскин. События.